Предлагаем вашему вниманию клетку для хорьков Fuori Tavola от итальянского производителя Ferplast. Несмотря на свои габариты, клетка поставляется в компактной упаковке. Она идеальна для содержания хорьков, а также для шиншилл, бурундуков и крыс. Данная модель очень просторна, она обладает широким пространством для обитания благодаря многоэтажной структуре. Оба уровня клетки в основании имеют два глубоких пластиковых поддона. Для более удобного перемещения клетка снабжена колесами, которые можно при желании закрепить на дне нижнего поддона. Зверьки могут играть и перемещаться между двумя уровнями клетки благодаря пластиковым туннелям и лесенкам-трапам. Для отдыха предусмотрен уютный гамак. Приступим к сборке. Для начала соберем каркас верхнего уровня. В направляющие с более широким сечением вставляем поочередно решетки. Обратите внимание на то, чтобы вертикальные прутья решеток всегда были обращены наружу. На верхней части каркаса клетки устанавливаем крышу, а в основании направляющих вставляем пластиковые уголки опоры. Далее собираем нижний каркас клетки. Направляющий здесь имеет более узкое сечение. В верхней и нижней части направляющих решетки также закрепляются уголками-опорами. Собранный нижний каркас устанавливаем на поддон и закрепляем клипсами. Клипсы крепятся к третьему снизу пруту решетки. Таким же образом устанавливаем и верхний каркас. Далее приступаем к сборке полок. Сначала вставляем в посадочные пазы переходники с резьбой.
Подготовленные таким образом три полки развешиваем по схеме внутри клетки, закрепляя полки крепежными винтами. Из половинок соберем тоннели. Между собой составные части тоннеля соединяются кольцами-переходниками. Сначала соберем верхний тоннель. Подвешиваем его прутьям решетки при помощи цепочек с карабинами. Рядом с полкой на стенке клетки разместим кормушку. Перед тем, как подвесить гамак, также закрепим в угловых петлях цепочки с карабинами. Затем подвешиваем гамак. Закрепляем поилку. По углам рамы крыши устанавливаем декоративные заглушки. Переходим к обустройству нижней секции клетки. В выбранном месте устанавливаем полку. Заранее собранный нижний тоннель по инструкции крепится шурупами к поддону, но мы для наглядности просто подвесим его на металлических цепочках с карабинами. Далее устанавливаем угловой туалет. К полочкам прикрепляем лесенки-трапы. Клетка собрана. Следить за порядком в клетке позволят две большие дверцы на фасаде и одна на крыше.
Зазор между прутьями 18 мм. Далее приводим основные характеристики клетки лихарьков Ferplast Furet Taua. Надеемся, наш видеоролик был вам полезен. Спасибо, что были с нами. Следите за новостями на нашем сайте и на YouTube-канале.